Теремок ТВ представляет Няша Великаша. Это был день ужасного открытия. Я такая маленькая. Опа! Брррр. Отдай! Ух ты! Не смешно! Мне очень нужно вырасти. Вырастешь? Лет через 10, да. Нужно сейчас, чтобы как жирафик Люся. О, нет, выше Люси. Выше всех на свете. Ня, ня, ня. Правильно, Яша. Здесь поможет только волшебство. В мир волшебных пузырей отправляемся. Скорей. Какое странное место. Еще бы, здесь растут великаны. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Правила великанов. Первое. Великаны хорошо едят. Дай. Прости, Яша, но мне нужно вырасти. Дай. Дракошно! Хочу еще! Еще! Тоша, читай! Так, правило великанов номер 2. Великаны дружат только с равными по росту. Какое странное правило! Представь, ты великан, а Яша остался маленьким. Такая дружба может навредить Яше, а? Ой. Понятно. Дракоша, Тоша, я с тобой дружу. А с тобой, Яша? Нет, прости. Великаны не играют в игры. Какое-то неправильное правило. Я вот хочу играть. Мячик. Ой, я больше не буду играть. Буду серьезная. И большая. Ну, держитесь, я сейчас как вырасту. А вот и я, Няша Великаша. Выше Люси, выше шкафа, выше всех. Тоша, что там? Так, правило последнее. Великаны живут только с великанами. О, добро пожаловать! Няся! Няся Великанся! Я не хочу к великанам! Я хочу домой! Но ты стала такая большая! Не поместишься в нашем домике! Как же я там без вас? Ну уж нет. Растут деревья и цветы. Не бойся, вырастешь и ты. Мы выше будем с каждым днем и незаметно подрастем. Вырастет большую Няша, будет Няша Великаша. Вот. Так Няша снова стала маленькой. Мы с Яшей были очень этому рады. Все равно вырасту. Я знаю первое правило великанов. Надо хорошо есть. Дай, дай. Держи, Яша. Будем расти вместе. А потом Няша сыграла с Люсей в прятки и поняла, что иногда очень хорошо быть маленькой. Я сам. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
Бобби. Дай! Дракоша тоже не умеет делать бутерброды. Зато знает, где все сделают за нас. В мир волшебных пузырей отправляемся скорей! Эта расчудесная машина все умеет. Нам даже пальчиком шевелить не придется. Дорогие дети, ничего не делайте сами. Ваша няня сделает все, что вам нужно. Вот это жизнь! Ни тебе в ванну идти, ни ботинки шнуровать. Ой. А ты уверен, что твоя нянька ничего не путает? Ну, может, только самую чуточку. Дети, пора умываться. По-моему, она все делает не так. Зато самим ничего делать не надо. Дети, пора одеваться. Ну все, одеваться я не буду. Мы с Яшей уходим. Дети, скоро будем ужинать. Сейчас она нас этой гадостью накормит. А что же делать? Не понял, пупс удлинение? Или пупс уплавнение? Так бы сразу и сказал. Тоша, попробуй выключить эту няньку. Что? Кто? Я? А кто еще? Ну еще немножечко. Дети, ничего не делайте сами. Ваша няня сделает все, что вам нужно. О-хо-хо-хо! У нас получилось! Попробуем обойтись без няни! Захочу-ка я всему научиться самому! Сам собою искупаюсь, сам собою причешусь, сам вещами раскидаюсь, сам потом и соберусь. Буду по утрам вставать, я самостоятельно, ботинки шнуровать просто замечательно! Дорогие дети, ничего не делайте сами. Ваша няня сделает все, что вам нужно. Что, опять? Нет уж, мы теперь лучше все сами будем делать. А где же здесь такая кнопка «сами»? Ты уверен, Тайройчик? Ну тогда жми «сам». Тебе бутерброд. Сам. И я сама. И я сам. Оказывается, весело все делать самому, даже если не сразу и получается. Торопыга и терпение. В тот день Няша решила устроить кукольный театр. Няша, мы хотим театр, хотим кричать «Браво!» и хлопать. У меня не получается сделать театр. Тогда тебе невероятно повезло, ведь перед тобой мастер по созданию всего.
Яша, ножницы! А говорил, что мастер по созданию всего. Всего, кроме театров. Для них нужны другие мастера. В мир волшебных пузырей отправляемся скорей! Привет, я мастер Торопыга. Чем вам помочь? Нам нужен театр. Терпение, друзья. Терпение – это не дракошно. Нам надо поскорее. Это мое имя – терпение. А перед постройкой театра нужно сделать замеры и нарисовать чертеж. Чертеж, замеры – это скукота. Я сделаю все быстро. Мой девиз – тяп-ляп и готово. Тяп-ляп? Ну, не знаю. Быстро! Это то, что надо. Ага. Я отказываюсь в этом участвовать. Обойдемся без терпения. Вот, катайтесь пока. А я сейчас тяп-ляп и сбацаю вам театр. А она надежная? Своими руками делал. Голова крушительна! Это уже не похоже на... Представляю вам декорации театра имени мастера Торопыги. Не только для кукольных, но и для больших и малых театров. Это полный провал. Яша, стоп-хлоп. Тойройчик, приберемся тут? А теперь давайте позовем мастера терпения. Ну что, начнем? Тяп-ляп и готово? Не надо, тяп-ляп. Нам уже хватит. Шучу. Все нужно делать, не торопясь. Торопливо строил дом. Дом обрушился потом. Взялся рисовать портрет. Получился винегрет. Чтоб работаю гордиться, нужно очень потрудиться. А теперь сделаем кукол. Мы сами. Мы не будем больше торопиться. Все будем делать с терпением. Кукол мы сделали с терпением и не торопясь. Тотошно вышло. Тянула и вытянула Яшу. Браво! Страна разбросанных бумажек. Дети, пора прибраться в комнате. И почему веселье все время заканчивается так невесело? Та-дам! А кто тут хочет сделать уборку? О-хо-хо! Вот бы жить в такой стране, где уборку делать
не надо. Ростотошная идея! Как я сам не додраконил! Народ, кто не хочет делать уборку вместе с лучшим из драконов? Я! В мир волшебных пузырей отправляемся скорей! Добро пожаловать в страну разбросанных бумажек! Здесь можно мусорить! Ого-го-го-го! Здесь нужно мусорить! А вот убираться здесь нельзя! Купаться. Фу. Ого-го! Да здравствует мусор! Ну, иногда, самую чуточку, хочется, чтобы было чисто. А давайте тут приберемся. Да ты что? В этой стране никто никогда не делал уборку! Значит, мы будем первые. Ну, кто прибирается на пляже? А давайте посчитаемся. Вот. Я не делаю уборку, пыль не вытираю. Я в одну большую горку мусор собираю. Будет горка вырастать, я пойду по ней гулять. Потеряюсь, заблужусь, перемажусь, извожусь. Ну ее, лучше уберу ее, мусорную горку. Сделаю уборку. О-о-о-о! Большой грязнуля проснулся. Большой грязнуля! Здешний вулкан! Пора домой! Что? Домой! Я очень волнуюсь за страну разбросанных бумажек. Вдруг она развалилась на кусочки? И теперь больше не будет такой страны. По крайней мере, у нас в детской не будет... Узелковая страна. Гулять. Няша так спешила гулять, что завязывать шнурки ей было совершенно некогда. Не положено. Не завязано. Ха, вот тебе и новые ботинки. У меня всегда были удобные, на липучках. А эти вот на шнурках. Не считается. Да кто хоть это придумал? Шнурки завязывать. И действительно, кто это только придумал? Пока Яша спит, предлагаю отправиться туда, где шнурки завязывать еще не придумали. Полетели? Полетели. В мир волшебных пузырей отправляемся скорей! Ой. Мы в веревочной стране. Здесь живут веревочки и все, что с ними связано. Или
не связано. Поверись! О, а вот и главный по веревочке. Привет! Я зайчик-разглядяйник. Непорядок. А какой еще непорядок? Все у нас в порядке. Упадешь. Ух ты! А как ты узнала? А что, по всем этим веревочкам можно лазать, да? Конечно, можно! Только осторожно! Опасно! Да ладно! Смотри, веревочки хотят завязаться! Надо им помочь! Если бы хотели, сами бы и завязывались! А вот эти, кажется, уже даже попытались! Вот видишь, они у меня самостоятельные! Непрочная конструкция. Да ладно. Опасность травмы. Ой, да ладно. Не положено. Зато повешено. Опасность поломки. Опасность поломки. Может, лучше все-таки завязывать? Да вот и все. Ой, ну какие же вы нудные! Веревочки им жалко, ишь! Ну, хорошо! Вот так! Порядок! Ай-ай, помогите! Ай! Ты зачем качели развязал? Кто? Я? Я вообще ничего не развязывал! Я, наоборот, завязывал! Вы же сами просили! Лестница развязалась? Дуся чуть не сломалась. Качели оборвались, я полетела вниз. Тебя вообще учили шнурки завязывать? А зачем это надо-то? Чтобы не падать! Ух ты! А это что, связано? Требуется курс повышения квалификации. Запоминаем порядок действий. Секрет шнуровки очень прост и каждому знаком. Сначала завяжи концы обычным узелком, потом из каждого конца по петельке сложи и эти петли меж собой еще раз завяжи. А теперь ты, главный по веревочкам. Ух ты! Ни разу не упал! Как неожиданно! Ну, а теперь надо завязать тут все как следует, по всей стране. Если делать все как надо, даже вещи будут рады. Знаешь фокус со шнурками? Стоит только завязать, и тебя ботинки сами понесут во двор гулять. Фу, устала. Пора домой. Спасибо, друзья. Приходите снова. Я тут еще все лучше завезу. Время прогулки. Время прогулки. А, Яша, ты проснулся. Пойдем гулять. Ага. Дай-ка я тебе шнурки завяжу. Яша такая молодец. И свои шнурки научилась завязывать, и Яшины. И я тоже молодец. У меня ни ботинок, ни шнурков.